Привет, привет, мои прекрасные друзья. А хотите красивый закат? Он есть у меня. Добрались мы с вами до моря. Я вот люблю, когда никого нет. Только так люблю купаться. Утром и вечером. С 7 до 9. Здорово у нас тут сидит у нас. Красота. А еще если на закат попадаем, вообще шедевр. Верно? Вон водометы. Были мы там вчера с вами. А вот там дальше ресторан Туна. Хорошая там девчонка. Сегодня на пожаре встретились, вернее, после пожара. Ждали, что это у нас произошло. Такое экстраординарное. Ну ладно, давайте насладимся морем, красотой, тишиной, гармонией, единением с природой. Это же важно для нас, верно? Море спокойное сегодня, красота. Ну что, наслаждайтесь, друзья. Вот так попробую вас порадовать. На Себр шикарно, конечно. Как-нибудь опять съездим. Помните, мы с вами были на празднике? У нас там куча друзей. Ресторан Адама. Петр. Антиквар. Самовар нам продавал до печки. Ну и, конечно, Дмитрий. Тремя антикварными магазинами. Хорошие ребята. Всегда нас прекрасно встречают. Куча информации. В общем, хорошо. Ну, а мы с вами, Свете Влас, вот так закатничаем на исходе дня, подводя итоги. Ну что, обнимаю вас закатной красотой. Чао-чао, мои прекрасные друзья.